Здравствуйте, мы сейчас будем рассматривать набор акварель. Состоит из трех кисточек. Набор акварель создавался для ногтей, для салонной акварельной росписи. В наборе есть кисточка, которая называется капиллярная. Что она делает? Она делает идеальную линию. Вот эта сборка держит в себе влагу вместе с пигментом. Акварель уникальная по составу краска, она не имеет такого сильного закрепителя, она используется только благодаря клеям гумиарабикам, поэтому ее можно растворять до бесконечности и работать. Она будет выливаться, выливаться и выливаться. Смотрите, как долго она может писать и работать. То есть, когда вы работаете, вы набираете нашу краску, скручиваете кисть, избавляете ее от лишней влаги, выставляете кисточку вертикально вниз, вертикально, для того, чтобы ваша кисточка с себя снимала линию. Вся обрисовка любых цветов, любых тонких линий происходит с помощью вот этой кисти. Работает она шикарно и в акриловой краске тоже. Она выливает тонкую линию. В наборе есть всегда тренажеры. Тренажеры, на которых вы будете рисовать. Тренировочные карты. Вот сейчас на тренировочной карте вам будет все это заметно. Разведенная краска, сильно разведенная, оставляет тонюсенькие линии. И тут главное условие, это чтобы кончик вашей кисточки смотрел четко вверх. Какой длинный может быть этот рисунок? Вторая кисть – это кисть для художки. Как работает эта кисть? Вы можете работать, набирая несколько цветов. Смотрите, она выливает акварельные пятна, просто шикарно выливает. Она подтеняет, она убирает, она отмывает. И она же еще может и обрисовать, и сделать прожилочки, и добавить цвет. И, то есть уникальная, кисточка уникальная. Также эта кисточка используется для художки, для акриловых красок. Следующая кисть, которую я люблю, это колонок. Колонковая плоская кисть. Я ее разжимаю ручками для начала работы. И когда я буду работать этой кисточкой, я буду набирать на нее всего лишь на один край цвет. На один край цвет, а вторым краешком она мне будет растушевывать мою акварельную роспись. Невесомые цветы будут выходить из-под вашего колонка. Вот смотрите, мы сейчас рисуем цветочек без отмывок. Мы просто рисуем цветочек одним набором акварельной краски. У нас получаются тончайшие полупросветные линии. Все то, что наши бедные несчастные ногтевики делают путем размытий, кисточка все делает сама. Набор, который мы сейчас с вами рассматривали, это акварель, салонная акварель, набор номер 2. Три кисти, которых достаточно. И также достаточно для работы с акриловыми красками. Не только акварель, но и акриловые краски.